17 октября в поселке городского типа Софийский в частном секторе по улице Сдобного произошел пожар. По информации Красноярского ГПСО МЧС ЛНР, к моменту приезда сотрудников горела летняя кухня, сарай с сеном, забор и сухая трава на территории придомового участка. Во дворе на земле был обнаружен хозяин дома, пенсионер 1952 года рождения, без признаков жизни. Жители ближайших домов рассказали спасателям, что видели, как мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание. Но когда соседям удалось войти к нему, нашли владельца дома погибшим. Пожарные обнаружили во дворе костер и выгоревшую траву. По предварительной версии, искры от костра могли перекинуться на траву, а от нее огонь перешел на забор и рядом стоящие постройки. Краснолучский ГПСО МЧС ЛНР обращается к жителям с напоминанием: не играйте с огнем, относитесь к нему с предельной осторожностью, соблюдайте правила пожарной безопасности.